Ого! Ого! Ну-ка, ну-ка, Тёмыч, Саня. От чего задница торчит? Смотрите. Американский этот Линкольн, не? Еще, накидывай, давай еще. Пентиак. Еще. Форд. А может быть Субару? Да вряд ли. Иди проверь пока, что это. Давай, Тёмыч. Друзья, всем привет. Наконец-то мы приехали забирать нашу 39-ку. Скажу честно, я не видел ее с того года. Я думаю, что она выглядит прекрасно, по крайней мере, по фотографиям и по небольшим отрезкам видео, которые мне присылала Настя. Сегодня мы заберем нашу BMW, поедем к Сереге, поднимем, посмотрим, что нужно делать по ходовой части. Будет интересно. Погнали. Субару. Ха-ха, кто молодец? Субару, Сань? Да. Блин, а? Эксклюзивчик. Это очень старая, очень редкая. Очень редкая. Смотри, ее красили просто этот с банки с краской. Ничего себе, не щадя. Не знаю, зачем ее сюда притащили, но если кто-то восстановит этот автомобиль, это просто чудо. 4 ВД, да? Прикол, как у нее эти расположены. Ну, раньше часто было такое. На рогах таких? Да, и на американских машинах примерно так же были клавиши. Но это у кого она была последние годы, ее просто клипсы мучили. Сань, аккуратно. Не ломай чужую тачку. Посмотри уровень шпаклевки, Тём. Подойди сюда. Если кто-то будет восстанавливать, он, конечно, устанет с этого. Ты видишь? Я не буду ломать. Она открыта. Интересненько. Ладно, закрываем. Скажешь, что-то мы тут украли с нее шпаклевку. Так, ладно, наше дело сегодня BMW. Она где-то стоит на улице, ее уже выкатили. Я думаю, мы ее узнаем. Смотри, Тёмыч, это не она? Вот там слева. Наша красавица, нет? А это кто? Это Nissan. What is it? А если вот так посмотреть? Mazda. А это стоп. Стоп, стоп, не подглядывай. Ну, Subaru. Молодец. Ну, думаю, если здесь не узнаешь, все, ты ушел из автотематики навсегда. Макс, ты же говоришь, что мы такие не подбираем. А это, Саш. Это? Да. Краун. Нет. А, не, ну это... Ну это Mitsubishi. Лансер, ну, что ли? Ну зайди, погляди. Зайди, погляди. Mitsubishi. Марк. А ну так а что тогда ведешься? А что я тебе сказал, Марк? А что тогда ведешься на то, что я говорю? А что ты меня думаешь, блин? Ты сказал не Марк, а Краун, да? Саня, вот она. BMW E39 нормально, не покрасили? Вот она красавица, смотри, как сделали хорошо. Жуки. Пару жуков осталось. Здесь немножко вон краска лупится. Но, в общем-то, как я и хотел, зеленая. Вроде ничего, да. Слышно, не диски офигенные. Получилось нормально. Здесь, правда, Серега говорит, вы долго не забирали, опять все вылезло. Но это можно, не полированное. Там можно кусочек шпаклевки. Марат, подарок. Дружище, не надо, не ломай. Саш, пожалуйста, ну чужую тачку не трогай. Мы ну же это не хуже, что ли, станет? Конечно. Если я оторву кусочек шпаклевки. Марат, дружище, справишься детейлингом? Посмотри, какой Мерседес. Посмотри, как красиво выглядит этот Мерседес, а? Со значком в решетке. С новой оптикой, скорее всего, тайваньской. Ну, скорее всего. Но выглядит сильно. Как раньше на вкладышах выглядели. Вот так он и выглядит. Мы не были с того года. Не, ну я был, я привозил радиовентилятор. Да? С ноября месяца я не был здесь. Многие спрашивают, почему не ездите, почему не ездите. Друзья мои, заняты очень сильно. Правда. Что за автомобиль, Сань? Ford Escort. Нет. Sierra. А, Sierra. Ну да ладно, уже Ford угадал достаточно. Что за автомобиль, Сань? Mercedes. Какой кузов? Блин. Ты что, еще шильдик, что ли? Нет, тут есть 440D. Да это что-то древнее очень, ладно, не парься. Не, Марс, это я угадал уже. Блин, это она меня так слепит, нет? Да, да. Посмотрите на нее, друзья. А? Гранта зеленая. Это про нее? Да, да. Посмотрите, какая красивая Гранта зеленая. Блин, это она. Тёма. Я боюсь подходить. Саня, ты давай как технический контроль, иди посмотри. Потом скажи, можно подходить или нет. Так, сильно не придирайся. Да ну, честно говоря, Макс, по мусору, по шагрению я даже не буду вообще придираться. Тёмыч, ну иди теперь ты.
Так, а что ты выпендриваешься, не смотри, да? Да какая шагрень, Санек? Не, ну и мусора нет, посмотри. Ну так Серега знает, если будет мусор, все. С маляркой он закончил. Но нигде не вылезло ничего. Ты же помнишь, что тут все пескоструили? Двери не. Просто, все двери по низу развальцовывали, пескоструили. Ну подожди ты со значком, Санек. Ну, вообще это. Что ты кверх ногами вешаешь-то его? Тёмыч, ну ты что скажешь? Классная, а? Чёрная, да? Это моя BMW. Обалдеть. Ну кайфово, Тём. Да. А ты понимаешь, что это только начало? Что теперь надо посмотреть снизу, что там, вообще прокатиться на ней? Мы же толком-то не ездили. Там у Серёги по огороду. Это не в счет после того, как на ход поставили. Посмотреть, что снизу, что поменять, сделать ТО, потом заняться салоном. Но самое главное, она все равно не станет новой. Мы же даже не знаем, как работает автомат. Продиагностировать можно? Можно, но на ней прокатиться нужно. Толком не продиагностируешь. Это старая машина, которая больше 2 лет сейчас стояла в гаражах, в одних, во вторых, в третьих. Ну давай так, вот результат. То, что ты сейчас видишь. Ты же с самого начала. Мы же вместе ее забирали, раскляченную. Мы же что, не красили? А крышу красили? Мы не делали. Мы же крышу не красили, не трогали, да. Вот резинка так клеена была похабно. Ну, вот здесь на рамках есть, видишь? Молдинги, может быть, надо было в черный. Потому что они такие, знаешь, типа... Это же не реставрация. Это не реставрация автомобиля. Это привели в хорошее, годное состояние. Здравствуйте, Евгений. А ты где был? Спал? На троне. Спал, походу. Привет. Приветствую. Ну что, Женек, как дела? Отлично. Скучал? Вообще. Забыл, как тебя выглядит. Напоминаю. Ну же, хорошо она получилась. У тебя ключи есть? Есть. Ну давай мы открывать будем. Ты делаешь ладу свою? Десятку? Ну, она почти готова. Ты на продажу делаешь? Ну, блин. Давай я у тебя ее куплю. За адекватные деньги, вот правда. О, ты не представляешь, что он там сделал. Ты помнишь, ты, Женя, ты с ума сходишь? Все. У тебя много времени настолько? Нет. Обалдеть. Ну ты основательно серьезно? Прям. Ты серьезно, да? Да. Ты в белый цвет хочешь ее делать? Да. А почему? Так. Будешь менять цвет? Да. То есть ты полы все вырезал, сколько? Герметил? Да. А сейчас будешь мобилить? Сейчас после покраски. Ну, я имею в виду до сборки. Да, внутри обрабатывать, конечно. И снизу. Да. Сколько? Мы познакомились, она у тебя уже была. Была, да. Стояла карета там разваленная вся. Сейчас я тебе скажу, когда я купил. 5 лет назад? Да нет. Да точно. Да вот она в феврале будет 3 года. Да? Да. Ужас. Ну, она просто 2 года стояла просто у тебя на крыльце. Да, просто, да. Я когда ее вытащил, немножко испугался. Обалдеть. Она вся, она же у нас еще уезжала полностью вся в песочку. То есть она песочилась с 2 сторон. То есть, Жень, она внутри. Ну ты просто. А какого года она? 7-го. Чтобы столько сил потратить на десятку 2007 года. Максим, интересно. Я не спорю. Зато она будет одна такая. Я готов купить ее у тебя. Это которая перекочевала еще с того гаража? Да, конечно. 3 года машине. Помнишь, где он тут латал ее кусочки, да. Там вырезал? Ну не то, что кусочки, менял прям фрагментами, да? Ему на автомат можно будет ее сдать. Только цвет меняешь, конечно, я не знаю. Потом еще вот смотри, снизу. Ну, это же видно. Ну, она не белая же была. Вот. Она же была серебристо-серая. Ее покрасили именно, видишь, лаком. А моторный щит же нельзя менять цвет. Чему? Моторный щит нельзя цвет менять. Посмотрим. Тебе еще экспертизу сделают, на ней не поверят. Да? Скажут, перебили, все. То есть ты все. Таких машин не бывает. Все прогерметил. Да, у меня где-то фотографии. Не, у меня в телефоне есть фотографии, как она, ну, полностью вся загермеченная стоит. Надо было красную сделать. Блин, я хотел. В Кэнди. Ну, Сережа меня застрелил бы, если бы мы Кэнди ее красили. Она была серо-серебристая такая, да? Ну, какая-то, да. Как они назывались? Я уже не помню, Саня, цвета вазовские. Там сложно, все из 3 слов. Знаешь, как будто бензином облили мокрый асфальт. Вот так вот выглядело. Ну, почти. Слушай, ну ты заморочился, Женек. Просто вообще. Вся ходовая будет новая? Ну, относительно. Как бы, если все новое, это очень дорого будет. А здесь что дырки оставил? А там будет... Газ ставить будет, видишь, белый делает. Такси, все в такси. Сашка поставил.
Ну, Жень, честно, трудов тут просто. Да, ну, то есть все швы, все сделал, да? Да, да, да. А он еще и внутри восстановлен, вот эти их больные места, где они выгнивают, да? Все было отпескостроено здесь, вот все было поменено как надо. Та сторона была вся полностью поменена. А это штатная? Да. Ты знаешь что? Я тебе точно говорю, что еще может возникнуть вопрос у гайца. У тебя даже вокруг стакана все герметики поменены. Ну. Да? А второй винт-то есть? Конечно. И тоже вокруг него все герметики поменены? Да. И цвет меняешь. Ну, знаешь, мне так. Расскажешь, как это было. Слышишь, ну если это все на видео у тебя на видео все есть? Да, да. А то инспектор, ну давайте мне ваши ролики буду смотреть тогда, да? Да не, я надеюсь, все хорошо будет. Женя, а что тут только осталось-то у тебя? Что это такое? А это у Сереги это задумка. Он говорит, я не хотел менять полностью корыто. Он говорит, если я сюда поставлю большие заглушечки просто. Вырежет под ней, да? Да, вырежет под заглушку, под резиновую, и все. Божечки. Да, полностью видишь крылья. Ты полжизни потратил на это. Да. И изнутри крылья тоже обработал. Конечно. Мы двери это восстанавливали. То есть ты когда-нибудь видел, эти пенки продаются? Да, конечно. Вот они были куплены. А раньше, давно, в 80-х, наверное. Ну, я не застал 80-х, в 90-х именно пенки меняли. То есть сняли. Так еще самой рубашки и обратно надели. Да, мы сняли. Все там отпесочили и все это на герметик собрали. То есть вот в этих самих стыках, где вот ты загибаешь кромку, все там через герметик. То есть, ну... А где двери? Сейчас там стоят. Пойдем посмотрим. Ну, честно, просто вау. Это пока, как говорится, это вариант пока ее перекатывать. Я же даже для этого мы с Серегой купили донора. Десятку? Нет, вон двенашка стоит. Вот эту синюю? Да, да, да. Ну, всякие, знаешь, там... Я думаю, неужели вы в ремонт взяли эту двенашку? Ну, там всякие эти резиночки, заглушечки, вот эти всякие закладнушечки. А что, все новое можно было купить? Было да, я не знаю, где это найти. В магазине. Ну, если бы все было так просто. Ага. А он же просто из гаража не выходит, где он найдет-то? Да, он вокруг здесь походил, нигде нету. Помнишь, была ролика такая, когда его парню подобрали этот, Октавию красную? Это Сиат Леон. Леон, да. Леон, да. Там он уже это уже открашенный он. Точно, там был Леон такой, да? Да. Целиком красили? Да. Можно открыть? Конечно, открывай. Не, здесь все нормально. Нет, там сиденья были другие, это не тот. Не, это человек, а он еще в прошлом году записывался, как покраситься. Обалдеть. А ты знаешь, когда я был последний раз здесь? В ноябре месяце. В ноябре. Ты подслушал, что ли, сейчас? Нет, я знаю, когда ты был. А это что такое? Это Мазда. Ты что, не помнишь Мазду? Вы легких путей вообще, походу, не ищете. Потом я пойду, потом. Так там же ВИН-номер. А это будет вечный учет. Нет, вру, я этот отписка строил ВИН-номер. Это человек себе делает? Да, чисто под себя, то есть, как бы. Ну, я тоже задавался вопросом, зачем, если ВИН-номера нету. Подожди, это же ужас, да нет, ну это проще было взять что-то другое. Ну ладно, опять это мне так кажется, может быть. Но самое интересное, если действительно человек делает под себя, это будет вечный учет. Вечный учет, все, или? Да? Да, это усилители, Санек. Единственное, неудобно, да, придется лазить через него. Блин. Ты не застал, когда здесь стоял донор его. Он уже распилен, и вон от него это задняя часть. А донор-то не лучше был, чем сама эта Мазда? Ну, там она как бы морды не было. Саня, она немножко это поймала прости, эту. Прости, Женек, зачем? Ну, туда? Чтобы осталось расстояние как нужное, блин. И мне просто Саня экзамен сегодня сдает. Все про автомобили. Не, ну конечно. Распорочка, да. Чтоб ничего никуда не убежало. Мазду ГГ вот так вот заморачиваясь. А сесть можно на нее? Да можно. Как бы вообще. Можно. Можешь, все хочешь, можешь сделать. Двери полностью, вот, за что я тебе говорил. Тихо, сейчас уроню сиатовские крылья. Вот это будет печаль. Не поцарапай ничего нигде, Саш. Жень, ты просто замороченный человек. Ну меня жаба задушила покупать двери по 16 тысяч. Скажи, пожалуйста, ты вокруг стакана везде снял все до металла? Да. А, вот ее цвет, да? Да, да, да. Ну понял какой? Да. Я же говорю, непонятный такой. Он, наверное, серо, там, желто, бог знает что, серьезно. Даже не помню, как назывался. Да. Это кабриолет у нас. Страшные люди, какой кабриолет? Вот стоит. Volkswagen? Да, Eos. А что случилось? Ну, как Целикан. Он немножко тот этот, был хороший ремонт сделан с таким количеством шпаклевки.
А, вы просто переделываете? Ну, как бы, что нашли, то переделан. Ты видишь, какой был ремонт хороший сделан? Сань, ты понимаешь, во что они вписались? Да. Во что вообще человек вписывается? Мне, видимо, это какая-то... А вот крыло с нее было. Любовь к этой машине. Самое главное, что вот под кучей этой шпаклевки такое и прячется. Да? Вот как увидеть это за бампером? Там даже снизу, наверное, толпа. А, еще бампер этот был прикручен на саморезы. Это я помню. Это же было еще месяцев 8 назад. Да, да. Я там вижу один момент, хочу показать. Сейчас сюда вернемся, пойдем, Тёмыч, покажу. Вот смотрите, друзья, по поводу автомобилей, которые старше 10 лет. Там 8, 9, 10 год. Почему мы не хотим вписываться в подбор этих автомобилей? Вот смотрите, красивый X-Trail. Небольшой жучок наверняка вылезал отсюда, вот такой небольшой. И даже этой дыры, скорее всего, не было. Ну, я не помню. Ну, она краской была. Можно я, Женя, этот отстегиваю? Да, отстегивай. Спасибо тебе, добрый ты человек. Вот смотрите, как выглядит под пластиковой накладкой сама арка. То же самое может быть с порогами. На любом автомобиле, на котором есть пластиковые пороги. Например, берем Ford Focus 2. Там даже толком не укрыт порог, он просто снизу накладка. Под этой накладкой могут быть вот такого размера дыры, вот такого размера. И здесь будет меняться полностью целиком крылья. Это к слову. И вот приедем мы, кто-то из умельцев уже зашпаклевал, подкрасил перед продажей. Да, прибором мы скажем, крашено крыло, немножко шпаклевано. Да? Немножко шпаклевано, бампер натер. Ну вот, натер бампер, немножко шпаклеван. Это в любом автомобиле, не обязательно в X-Trail. А потом человек через год, через полгода, через два, жук вылезет, заедет куда-то в мастерскую, ему снимут, скажет, так смотри, что тебе подобрали. А объяснять человеку, вы знаете, там это может быть, вы понимаете. Он сегодня тебе кивает, да-да-да. А потом напишет, а потом думал, ты будешь крайний. Да, ну, к сожалению. И отзывы в Яндексе. Ну, вот здесь более наглядно даже, да? Вот они, небольшие жучки, которые могли также спрятать перед продажей. А здесь, кстати, лазили уже. Возможно, уже устраняли. Возможно. Когда-то. И вот то, что происходит под ним. Там тоже печалька. Вот нет, там просто нет ничего. Какой год? Правильно я сказал, наверное, 8, 9, 10? Ну, Ниссана нет на стеклах. Но он с 8 года пошел. Я не знаю даже какого. Наверное, 8 какой у них еще это, какой год. Ну, без, не суть. Не, не открывай, Женек. Отдохнуть решил. Ой-ой-ой-ой-ой! Ты что, рэп читаешь, что ли? Он защищает. Привет, привет. Привет, привет. Привет. Ты что, защищаешь, да? Конечно. Иди сюда. Тёма, иди сюда. Защищается. Ты забыл меня, Гуфи? За полгода предал, гад, а? Гуфи. Иди сюда. Вот ты, да ты моя собака, ты забыл это? Ну чего, давай открывай полностью, хвастай, блин. Я боюсь капот открывать. Почему? Ну, потому что я уже... У него теперь две родинки на капоте, ты видел? Ты уже что-то сломал? Вот здесь. Это ты руками надавил? Да, я думал, типа, трос потянуть, надавить, и думал, отойдет. А там проблема была в другом. Сейчас открою пакет. Мы 3 часа его открывали. Ну, так чего вы, если не умеете? Так, это вам не машины красить, блин. Ой, так ты же не приезжаешь показывать, как открывается капот. Вроде открылся. Так сейчас есть проблема с этим? Нет, сейчас уже я нет. Я сделал, но я не знаю, насколько это хватит. Вот в этой штуке вот этот трос основной вылетел. И вот видишь, там хомут сделан. Короче... Он его придерживает. То есть, короче... О, я испугался, он падает. А это эта штука, понимаешь? Ну вот, поэтому мех. Я не знаю, либо ее поменять, либо... Серега, ты расстроил меня прямо сейчас вот здесь. Я расстроился, когда она захлопнулась и больше там не открывалась. На въезде есть зеленая. Можешь с нее содрать. Пойди погляди, ничего не подойдет оттуда. Вот. Блин, решил ты... на ней прокатиться, шланг лопнул, вот этот кусок был старый шланг, купили новый, поставили, короче. Это он до этого был лопнутый? Да, это да. Же из-за удара, возможно. Ну, короче, все. Мы прокатились, я только поехал, и она сразу обоссалась. Хорошо, что это на тебе все вот случилось. Вот а тазик вот с запчастями, это от нее остался? Это да, вашинская от все. От нее это две хорошо, коробки запчастей, хорошо. Бампер, лакера, которые вообще, по идее, выкинуть надо, я не знаю. Это к Сане, он покупал не того. Вот. Вы, походу, со всех машин тазик кидали просто, и вот остались лишние. Нет, это вот то, что Серега... Серегин тазик, это... мы же ее не разбирали, а, она... мы даже у Сереги тазик увезли тогда эвакуатору. Серьезно, Сань? Да. Ты шутишь? Черный или зеленый? Ты шутишь, Сань? Блин, ну, Серега, ну так нельзя было делать с капотом. Блин, ну, случайность.
Она пока стоит, начинает сыпаться. Подожди секунду. Дворники включил зачем-то. Не я, Настюха. Заседание я, да, вытирала ее. Кого-то слушал. Че, пробуем? Заводить? Ну, да, заведется. Мотор-то перебрали, пока тебя не было, ё-моё. Пока тебя полгода ждали. О. Да, спасибо. А с какого хера? Да, да, это же было в машине. Да, мне другую вам надо отдать. Настюк, ну ты прикалываешься, это же была здесь наша. Ну я надеюсь, вы на ней доедете. Алло. Кабан, привет. Тут еще вон, смотри, сколько запчастей Саня поназаказывал. Да нет, это хлам от нее. Нет, это все вот туманки вы привозили, направляшки все. Это все не то. Это потому что она рестовая, и у нее отличается, да, вообще, да, все. Причем бампер визуально одинаковый. А я Сане говорил, алкоголь зло. Где он, блин, а? Он по синьке заказывает запчасти мне. Жек, затянешь клеммы, пожалуйста. Ага. Да, да. Надо обе. Давай, делай. Да зачем? Она же будет полироваться. Ну все, я снял. Ну почему ты бежишь впереди паровоза с своими значками? Не надо как бы ее делать. Да? Ну не снимай, не снимай. Зачем? Хорошо. Это на крышку багажника? Да. Зачем? Ну будет полироваться, было бы удобней. Вся. Ну клей уже, что? Надо, подожди, надо хоть протереть. Да, гривы хотя бы протри. Ну давай, клей. Все время впереди паровоза бежишь. Да не, ну просто без нее удобнее было бы это делать все. Есть шильдик, но он в отвратительном состоянии, мы не стали. Не надо никаких шильдиков. Мы на нее МГ повесим обвес. И надписи везде будут МГ. Да? Надо приору повесить. Я думал, что как раз это чикает, блин. Последний... Никто не понял, что МГ это Мерседес, да? Да. Ничего страшного, Саня. Ну, вообще она классная. Слушай, с места бодрая, но Мерседес, когда раздуется... Она вообще классная, и на самом деле вот такая машина, ну, раз в тысячу, наверное, круче каких-нибудь универсалах старых Мерседесов. Нет, начинается. Где вы? Где он у вас? Нормально же общаюсь. А где он у вас? А не скажу. Я знаю где, в ремонте наверняка. Понимаешь? Форсунки по гарантии ремонтируют. По гарантии, по заводской. Есть проблема, Макс, смотри. Вот здесь должна быть стальная скоба. Она была здесь? Она была, она лежит в двери, она вылетает все время и мнет лючок. Лючок залипает вот так только открывается. Ой, Серега. Но здесь что-то сломано, я не знаю, что. А если бы я Сане дал задачу, он бы еще полгода искал. Слышишь, я все то, что надо, нашел сразу. Не надо рассказывать. Со второго раза. Это ты дал друга с Беларуси. Все нашел со второго раза. Теперь у меня есть фонари, фары, бампера. Лакера. Запасной сиклонофар. Лакера. Макс, это тебе значит, что надо купить дорез. Не надо. Есть на него все. Не надо. Не, вот эта фигня. Тяжелая история. Не надо. Вот эта защелка, скоба. Но я ее вставлял, она все работала, но потом один раз она вывалилась, помяла лючок, и я его перекрашивал. Поэтому я не знаю, может, там что-то не хватает. Он говорит, я нервничаю, когда запчасти заказываю. Я пол-литра Джек Дэнилса выпиваю. Потому что это BMW, блин. Ладно, Серег, вот. Пока не надо, ты что-нибудь испортишь. Нет. Я дам другому Сереге, у него руки хоть растут ровно. Ну я согласен, я не спорю. Надо обратно в дверь положить. Я же метросексуал и рукожоп. А с магнитолой что сделали? Она не работает. Она так и была. Блин, Саня на ней катался до этого, слушал и видео смотрел. Короче, вот она сколько стояла, потом мы ее запустили и все. Да, она, по-моему, такая и была. Но там радио, по-моему, работает. Не, она так-то работает, но она почему-то не... Тёмыч, иди послушай, как он мурлыкает, а? Он вообще, посмотри, как работает. Работает тихо. Ну, кстати, вот 61-й кузов работает, как у меня Мерседес, громко. А этот работает прям ровненько и тихо, на удивление. Блин, классная машина. Это Бэха, да? Наверное. Жигули баварская. Ну что, спойлер поставить сюда, раз ты намял здесь, да? Ну, вот такой аккуратный поверху. Что, можешь закрывать? Я не знаю. Ты боишься, да? Я боюсь, потому что это надо снимать ноздри, пролазить как-то крючком сюда. У меня это не получилось, и он на удачу у меня... Я пошел и чисто на удачу дернул. Но я сделал, но фиг знает. Ты нормально сделал или просто сделал? Ну, что придумал, то и сделал. Или просто сделал, чтобы мы выехали и все. Нет, вот сейчас открыли, закрыли и... Смотри. Ну, через... Не нужна тебе такая машина. Смотрел, бумер, где он сказал масло прям баклей. Главное, чтобы газеты в багажнике не было, сельская жизнь. Там горит вся гирлянда, видишь? Ну как положено. Макс. Нет, смотри. Вот эту штучку раздавило, видишь, от времени. И трос просто вылетел сюда.
Я ее прижал, чтобы она посекла. И просто он стал длинным и не хватало на тебя, ну, да, натянуть да, его, да? Да, да, да. Это не от времени, это, возможно, от удара. Может быть, пластик, я не знаю. Она вся высохла. Если у нее патрубки все повысыхали, то уж что говорить про пластмассу? Ну, Серега, блин, я думал, ты прям, ну, ты Серега, конечно. Сань, поедешь, капот закрывать не будешь. Да, хорошо. Саня привез локер, что это? Это не я привез локер. Это с Белоруссии отправил разборщик, который занимается BMW. Ох! Он подставил нас, разборщика с BMW, честно. Еще 2 года назад подставил. На них сложно. Причем вот эта часть-то не нужна, с ней вообще ничего никогда не происходит. Происходит с нижней. Она здесь, видишь, какая сложная? Так не, ну это уже сломали вы. Но это правый. Это вообще родной, наверное. Это с правой стороны. Но это точно родной. Что это? Написано же. Защита арок, защита крыла, подкрылок, передний левый, BMW 5. Но ты знаешь, их... что написано? 5. Ну давай, Санек, прокатись хоть кружок, чтобы быть уверенным, что на ней ехать можно на дальняк. Я ж катался на ней. Ну мы до танков доехали только. Да? Да. Не, хотя бы здесь по гаражам, Саня. Просто танка не доехали, я... Садись, дыма. Не, я не хочу, чтобы она не на мне сломалась просто. Да, отличный подход, мне тоже так нравится. Дверь не закрыл, Сань. Там все скрипит, там колодки, наверное, приварились уже. Работает хорошо, но дымит. Немного. Ну, надо покататься. Ну, а мы вы на ней читали, да? Ничего не это самое. Пробзделась получше. Мы, я до ошибки. Этого. Да нет, конечно. Ты что, она же не на ходу была. Серега поставил ее на ход, она у нее простояла, ты же помнишь, с сугробом, снегом. Угу. На эвакуатор привезли к вам. Это было когда? Это было той зимой. Давно. Почти 2 года назад. Все, до первого снега, как договорились. Мы же не обсуждали год, да? Вот. Той зимой. Ну что, что вы тут ломаете-то? Что именно? Блин, ты меня с десяткой напугал, блин. А что? А что такого-то? Я же сказал, давайте ну, экспертиза, я куплю ну, отправим на давайте экспертизу. Давайте я куплю у вас ее за 90 тысяч рублей, когда соберете. Да сейчас тебе. Это нормальные деньги, Жень. Не слушай их. Твоя десятка? 90 тысяч рублей. Жень не так уже облажался с этой десяткой, так что... Не совершай вторую ошибку, Евгений. На деньги после сборки, единственное. А что здесь с этой машиной вы делаете? Серега, еще вот самый главный вопрос. Что это? Зачем? Зачем? А что, не отказать? Человек с Москвы сказал, надо просто пол подварить, а она по сраке получила так, что до задних сидений сложила. Задние проемы. Нет, он сказал, она, короче, с дырявыми полами. Ну, когда он приехал, мы охерели. Ну, вы решили из крыши полы подварить, да? Да, как жопу тут спасать уже не вариант. Мы купили донора в Обскове. Ты видел, что с жопой, как тянули, делали? Я вижу тут, ну. Ну, вон жопа от нее, купили донора. Весь пластик в салоне раздолбан. Двери мертвые все. Так он ее купил такой? Да. Вечером с другом, как обычно. В дождь? И... В дождь. В дождь, по-моему. И после этого вот решил починить? Да. Блин, это беда, конечно. Скажи ему там залог. Она встает где-то ему примерно там миллион и больше. Ну это с машиной. Это с машиной. Да какая разница? Это... Она встает? Она уже на учете? Да. Это... Он на ней поездил. Ну, у них на всех беда, это ВИН, и хозяин готов к тому, что это будет вечный учет. Либо это экспертиза будет. Либо под капотом шины-то сохранились, чашки не сгнили? Нет. Моторка вообще целая вся. У них беда же со стаканами тоже. И поднимает шильду, наклейку само отрывает. Там целая. Мы такие машины даже не смотрим, Серег. Да я понимаю, Макс. Вот она, все. Она все, он сделает экспертизу, нанесут новый ВИН. У нее моторка целая. Но только это, ну, стоило ли оно того? Так и что, владелец... 400 с чем-то. Или 450, или 430, что-то такое он ее купил. У перекупов? Я не знаю. Ну, так по сраке получившая машина, как они с другом не увидели, я не знаю. Одно а дело... самое главное, под антикором, который заводской снизу, и под коврами сверху ты всего вот этого практически не видишь. Ну там еще пластик до суда где-то идет. Потому что надо снять всегда пластик с порога, поднять ковролин на таких и посмотреть, что там выглядит. Мы один раз ну, еще хотя приехали бы на осмотр. Поднять. Приехали на осмотр, я это все скинул, там ВИН вообще был вварен. А, по поводу подъемника. Такие машины на подъемник, возможно, поднимешь, и она там больше не поднимется. Они трещат прям. Ты поднимаешь, все трещит. Мне интересно это даже не с точки зрения как бы заработка, это интересно просто как для себя. Так, ну, с такой машины какой заработок-то? Ты сюда тратишь столько время. Я люблю такие проекты тяжелые. Плюс тут замена цвета, плюс тут, короче, чего только нет. Тюнячие фонари и вся лабуда.
После нее тоже будет интересная машина, это будет BMW, но больше не скажу ничего. Любую труху, короче, можно сюда тащить, здесь не, эти... Не. Как называется этот диагноз? Некрофилы? Есть некрофилы, которые могут это починить, да? Будет дорого, но долго, но починят. Не-не-не. Это жесть, конечно. Ну, тут уже без вариантов. Не отправить их было всю семью обратно в Москву. Маш, ты же тоже привез BMW без порогов? Без внутренних порогов. Нет, там внутренние целые были, ты чего? Неважно. Ты сейчас серьезно сравниваешь BMW и вот состояние по гнилости BMW и Mazda? В 99% случаев эти машины все в утиль уходят. Если только человек сам не рукастый, для себя в гараже варит ее там из кусочков каких-то, понимаешь? Ну, из кусочков я не занимаюсь. Вот я. А ты и не для себя. Я отшпиднулся и одну деталь с донора не отпилил. Теперь ее изготавливаю сам. А где донор выкинули? Да, ну естественно, если бы я два места занял бы, то это было бы вообще. А что не взял? Не взял соединитель лонжерона и порога внутреннего. Ну, усилитель, короче. Короче, кошмар. Ладно, самая крутая тачка, которая у вас здесь есть, их две. Это десятка и вот бэха. Остальное все. Остальные будут чуть попозже, такие же крутые. Остальное все мимо. Это от нее? Миллион еще не попозже. Это от Мазды, да. От шестерки. Сань, ну что ты проехался-то? Хорошо. Что, мы прямиком к Сереге? Конечно. Может, колеса посмотреть? Что-то, по-моему, это подспущено, не? Ну, можно было даже, чтобы на трассе нам не качать где-то. Ладно, девочки, мальчики, Серега, спасибо. На здоровье. Настюх. Понял. Заезжай почаще. Я заезжаю почаще. Все, Женек. Давай. Это ты заезжай почаще. Саня, пока-пока. Сань, ты остаешься. Все. Вы с Тёмычем на ней. Я позади, пока на Камри за вами. Ну, вы на ней пешком, а я за вами на Камри. Ну что, друзья, мы немножко перекусили на выезде. Поехали. Будем контролировать Саню, чтобы он нигде не закипел, ничего нигде не вытекло. Двери рябые немного, но никуда не деться. Так как их восстанавливали. Блин, расскажи, все равно она выглядит как Тём. Да? Красиво. Собрано. Представляешь, на то время какой это был автомобиль? Диски, наверное, можно помыть ей, да? Диски говно, конечно, стоят, шины говно. Да. Санек, ну так, первая минута. Ничего не трясет, не колотит? Да нет, все хорошо. Точно? Ну, немножко ведет вправо, но неудивительно, ей же раздол не делали. Нет, не делали. Поменяли стойки, рычаги, ну, рычаг. Я поэтому и спрашиваю, немножко. Что должно вести. Хочешь того или нет, ее должно немножко, немножко. Хотелось бы, чтобы было немножко. Но вот так ощущение. Да хорошо едет, Макс. Если бы мне вот так дали машину, я бы не сказал, что после такой, после ДТП установленная просто этот. Ну там ДТП это было не сверхстрашное, ты уж так говоришь прям. Нет, ну я к тому, что говорю, Макс, нормальная, вот, ну, дали бы машину, сказал бы, развал сделайте немножко и все. А так абсолютно все. Ну и кондей не работает, вот это мне не нравится очень сильно. Я вижу, там уже свое пальто снял. Да. Скажи, пожалуйста, за 800 для тебя заберешь? Дальше сам занимайся ей. А ты отдашь? Ты что, забрал бы за 800? Не гони. Хотя сейчас ты такие что? Цены, я не знаю, сколько они стоят. Может, уже и миллион. Там живых-то нет. Ну, вот в том-то и дело, что живых, наверное, нет. Нет, ну 800, конечно, не отдал бы, Макс, не. Ты бы не отдал бы? Нет. Так я бы тебе не отдал бы ее за 800. Для тебя она полтора уже будет стоить за такие слова. Все, потом хорошо. Будешь сам приходить просить с пакетом денег, я скажу нет. Понимаешь? Хорошо. Да ладно, это я шучу, ты что? Шучу. Я тебе, ну, ее так я тебе ее так отдам, если что, Сань. Для хорошо, тебя. У меня в вендинге знакомый работает, он мне быстро пакет денег собирает. Ладно, давай аккуратненько до Сереги. Смотри на него, руку вывесил. Ну, в принципе, да. Наверное, примерно так и ездили раньше на ней.
Прикинь, кто вот едет навстречу, они реально думают, что он не дурачится, он действительно. Кто ты? Так, немножко, конечно, она подплевывает черненьким. Но машина 2 года просто простое. Все, что было, запускали на холостых. И вот это первый ее выезд, по факту. С момента ДТП. Больше 2 лет, наверное, уже прошло, Тём. Да. Вот он, смотри, какой красивый. Сейчас мы его обгоним. А ты вот сейчас проедете, насколько она, мне кажется, мягче, чем Камри идет. Камри, она немножко прыгает, так знаешь. Она нет, она в меру мягкая и в меру жесткая. Mm-hmm. А Камри прям такая разболтанная, хотя, блин, да. Ей 21 год. Mm-hmm. Она, блин, после ДТП, и она все равно офигенная. Тебе нравится, по-моему, да? Слышишь, ну, Тём, да. Честно, да. Особенно говорю, понимая, что ей 21 год. По кузову она приведена в порядок. Привести по технике ее осталось в порядок. И в принципе... Внутри почистить. Ну да. Отмыть, покрасить. Коробка переключается вообще без вопросов. Там горит АБС. По подушкам горит ошибка. Но я думаю, что по подушкам... Там, скорее всего, или разъем, или пиропатрон какой-нибудь рассохся. А АБС, оно и курсовая, я думаю, из-за того, что какой-нибудь датчик АБС, может быть. Хотя нет, но то, чтобы был разбит ступичный, не похоже. Ну, не знаю, прикольно, кайф. А я, на самом деле, первый раз в жизни еду на 39-м кузове за рулем. И впечатление, я могу сказать, что просто на 5 из 5. Я не представляю, в 2002 году, когда она была новая, что это такое было. Да. Это был, наверное, просто космос. По сравнению с «Жигулями», с «Девятками». Ну да. Серега сейчас удивится. А хотя не, он столько уже всего перевидал, что, мне кажется, Серегу удивить машиной нереально. Да. Если бы мы сейчас на Бубкете приехали, и сказали, что это сделали мы его. Сделали, да. Да, вперед него. Вот тебя. А, тогда бы он удивился. Блин, просто офигенно. Mm-hmm. Понятно, что кондей сделать. Хотя я уже не понимаю, ты вот руку подставь, он как будто и холодит уже. Ну, может, на улице холодно. Торпеда мягкая. Все, блин, ну насколько умеет делать машины. Но, правда, они все равно сейчас последние годы делают такие машины, чтобы до 100 тысяч она доездила, а потом ты почаще на сервис заглядывал. Это в лучшем случае до 100 тысяч доездила, а потом ты на сервис заезжал и денежек им отдавал. Хотя, что греха таить, Toyota то же самое. Серег, ты ж по ней наверняка соскучился. Выходи, встречай. Вы что, прикалываетесь? Ну не притворяйся. Не притворяйся, что ты не рад меня видеть. Серега, я тебя не видел 3 месяца. Это 5-й канал опять? Да, да какой 5-й? Это первый. Первый, самый первый. Причем не тот, что по телевизору. Ты видел, он вышел ее встречать. Он говорит, я так соскучился по ней. Такой. Я Серегу не видел. С апреля? Месяц. 2 месяца. 3. BMW когда, да, делали подвеску, не? Нет. Пятерка. Да. Да, да. Пойдем вишенки покушаем. Я даже не знал, что здесь вишня есть. Что у тебя происходит? Серег. Да что не происходит? Ну ты хочешь посмотреть на нее? На кого? На BMW настоящие. Хочешь очень, я знаю. Она меня не вставляет, Макс.
Ну, с сегодняшнего дня будет вставлять. Почему? Потому что она здесь остается у тебя. Слушай, еще тормоза что-то скрипят у меня. Не поднять? На вывороте. Налево. Прямо как будто что-то цепляет. Саня дал поездить, пока в отпуске был. Давай поднимем, посмотрим, что вообще нужно. По ходовой, что вообще с ней нужно делать. Я могу вам сказать, парни, когда немец купил ее в 2002 году, он, наверное, офигел. Она, ну, 21 год машине, а едет просто офигенно. Я еле за вами ехал. Ты вроде бы не сильно немчишь, но ты ускоряешься, и камрюха просто, фу, я педаль там чуть не пол. Сравнишь камри и... Что делать? Ходовку потом. А ты что, не делаешь ходовку? Поехали. Мы, короче, Серега, посмотри, что надо сделать. Нахрен. Этот. Подожди секунду. У меня к тебе вопрос. У нас вчера был парнишка. У него проблемы с опорным двигательным аппаратом. С одной ногой. У него машина. Простой акцент. И он не знает, где обслуживать вообще ее. По разным мастерам ездит и всякое прочее. Я сказал, что я с тобой поговорю. Может быть, время от времени ездить. Ходовку, ребят, пусть сделают. По электрике ты, да? Без проблем. Акцент? Да, старый акцент. Ну, что там с ним? Ничего, ну просто, например, там тоже масло поменять. Нет, без проблем. Да? Звони, да. Просто я сказал, что ты не берешь никого, он говорит, ну, наверное, ты поможешь парню? Не, пусть приезжает, это самое, без проблем. Единственное, что по ходовке туда, если что-то по электрике... Как у тебя дела-то? Ты такой вредный, вот знаешь, 3 месяца не видишься, а он такой, типа, а я все равно вредный. Я просто ходовку не хочу с ним позвонить, ну, посмотреть хотя бы. Это что у тебя за красота такая, за Бьюик стоит, а? Он опять здесь, и она здесь. Ровно 2 года назад, в конце мая месяца, вот на этом месте, вот здесь еще плит не было, еще не было ворот, стояла разбитая BMW, нет, BMW, развернутая сюда, я с Тёмычем менял здесь на ней аморты. Смотри, как амортизатор сломала. Аморт мало того, что погнула, еще и сам корпус сломала. А рычаг, возможно, вообще, хотя не, вряд ли, конечно, что он будет не гнутый. Меняем все практически. Как бомбануло, когда я сказал, что поставим дорестовые фары, а? И фонари. Ты понимаешь, насколько злости было у людей, Тёмыч? Кто-то пишет, Макс, не надо дорестовый, некрасиво. Кто-то пишет, вы что, с ума сошли дорестовый ставить? Это типа вообще как бы нельзя. А кто-то пишет, дизлайк, дизлайк за это. Отписка. Ты представляешь, насколько ему плохо? Вот покрышки-то уже лысые. Знаешь, так, проверить, как едет, можно? Но, похоже, все это придется нам поменять. За твои деньги, причем, Тёмыч. Давай, вылезай. Вылезай. Конечно. Сразу вместе с рычагом мы снимем ее. 10 раз тут не крутить. Все равно мы его меняем. Че, болтарей слабенький, что ли? Или она мягкая такая? Все. Алле. Подается. А, еще поперечный рычаг, блин, отпустит. Трубка нужна? Сань. Зачем? Пирата. Нет. Просверлишь аккуратненько на станке. Я понял, ты Тёме только что предлагал. И просто будешь. Так же, как ложкой можешь работать. Кашу мешать, чай, суп есть. Ты понимаешь? Ну и на крайняк сейчас кому-то по кочерыге зарядить.
Целый день мы разбираем ее на кусочки. Целый день. А этот красавчик стоял вот там в углу, и я даже снял про него коротенькое видео, которое до сих пор не вышло. Тогда эту машину вообще еще не знал никто. Это сейчас как бы уже знают, что такое Фиска. Как бы я про нее снял. Если мы найдем эти кадры, как мы меняем здесь аморты, все примеряем. Точно, на улице. Да, прямо здесь, 2 года назад. Да. Конец мая месяца 21 года. И он стоял вот там, в углу. Вот там он стоял, да. Да, и еще парни заметили некоторые. Говорят, ты что там стоит, Макс Фискар, что ли? Тогда еще мало кто знал. Сейчас как бы... Друзья, и многие, увидев этот прекрасный автомобиль в конце ролика про BMW, задали вопрос, Макс, что вообще это за машина и где она собиралась? Ребят, американская фирма. Фискар Карма. Супер-электрокар, назовем его так. Нет, супер-гибридный кар. Собирали в Финляндии, буквально в 500 километрах вот этого места, где мы стоим. Практически вот здесь по соседству. Для Америки. Кстати, первым владельцем этого автомобиля стал Ди Каприо. И даже в комментариях кто-то из парней это написал. Слушайте, это кто был внимательный? Гибридный автомобиль. Сзади 2 электромотора. Турбовый 2-литровый двигатель GM, 204 лошадиные силы. Это сам турбовый мотор, который является, в принципе, просто подзарядным устройством в этом автомобиле. И суммарно 408 лошадиных сил. Машина просто пушка. 5,9 до сотни. Да, конечно же, многие автомобили уже обогнали эту цифру, но она делалась не для гонок. Максимальная скорость 200. Она делалась, по сути, просто, наверное, для кайфа, для красоты. Потому что как в 2008 году ее нарисовали, Генрик Фискар как нарисовал ее, так ее и сделал. В 2014 году выкупили китайцы, и стала называться уже не Фискар Карма, а просто Карма. Карма Ривера, насколько я помню. И стала исключительно электрической, уже без всяких вот бензиновых двигателей. Автомобиль был сделан в угоду красоте, вот дизайну. Длина автомобиля 4 метра 900... Короче, почти 5 метров, практически 5 метров. Ширина без там 15 сантиметров 2 метра. Вы можете представить? Ширина автомобиля 2 метра. Автомобиль 4-местный. Задние сиденья, если можно вообще это так назвать, крайне некомфортны. Куда-то ехать далеко просто нереально. Да, посадить 2 детей, наверное, до 10 лет. Еще куда не шло. Огромная центральная консоль. Вот этот тоннель, который идет от торпеды аж до самого багажника. Это батарея. Если в Тесле батарея идет по полу, то здесь было принято вот такое решение. Чтобы автомобиль максимально занизить. Максимально. Он очень низкий. Как я и сказал, сидеть крайне неудобно. На задних сиденьях. Изнутри открывается все кнопочками. Никаких ручек нет. Все электрическое. Какие-то стекла, хрусталь, дерево. Чего только не напихали сюда. В общем, машина была сделана в угоду дизайну. Пофигу на удобство, пофигу вообще на все. Даже вот эта батарея в жаркое время суток, она включает климат-контроль, он от нее питается и охлаждает автомобиль. В холодное наоборот. Коробка передач, как таковая, здесь ее нет. Также все через кнопочки, нейтраль, паркинг, драйв. Все это сопровождается полосочками зелеными вперед-назад. В общем, дизайн сделан просто удивительный. Просто удивительный. Опять же, смотрите, нестандартное решение. Как оказалось, они с ним промахнулись. Глушители от бензинового двигателя находятся снизу крыльев передних. И когда ты стоишь, если уже у тебя заряд батареи плохой, и мотор бензиновый включился, то выхлопные газы затягивало в окно. Вот это было абсолютно непродуманно, бестолково. Естественно, если бы с этим автомобилем ничего не случилось, был бы рестайлинг, и в рестайлинге поубирали бы множество всяких разных косяков, как всегда и бывает. Что-то переделали бы и что-то доделали. Но даже несмотря на это, модельный год 2008, точнее придумано, нарисовано, и первый образец сделан в те года, сейчас 2021, этот автомобиль выглядит просто офигенно. Не каждая машина на сегодняшний день может похвастаться вот таким внешним видом, таким салоном, динамикой и всем прочим, вот этими наворотами. Монитор, кстати, уже устарел, еле откликается даже. Ну, в общем, 2008 год, ребят. Хотя сборка 11-й, повторюсь, всего 2 года, 11-й и 12-й, выпускалась в Финляндии. Возможно, что-то там было в Америке. Естественно, Tesla это не понравилось. Генрик Фискар когда-то работал в Tesla и рисовал даже модель X, но это не точно. Когда он оттуда ушел, Илон Маск сказал, что он украл технологии. Судился с ним долго, давил его долго всем этим. Кроме этого, огромный-огромный корабль, который перевозил через океан эти автомобили в Америку, попал в шторм. Какие-то автомобили утонули, какие-то загорелись. То есть огромный удар, опять же, по компании Фискар Карма.
Также обанкротилась вместе с ними компания, которая производила батареи. Кстати, с этим тоже будет геморрой, если что-то нужно. В общем, парни, не надо покупать вам его. Давайте ездить на бэхах. В общем, классный автомобиль. Жалко, что их больше нет. Жалко, что все так получилось. Звук двигателей, электродвигателей этого супергибрида, просто что-то немыслимое. Я когда в первый раз услышал, просто обалдел. Кстати, если с места стартануть, то включается бензиновый мотор. А так, как я и сказал до этого, ребят, бензиновый двигатель с педалью газа не связан вообще. То есть абсолютно. Так, Тёмыч, давай я подслушаю сейчас. Слышишь? Также Генрик Фискер имеет отношение к таким автомобилям, как BMW Z8. Точнее, не то, что отношение. Он их нарисовал. Он дизайнер этих автомобилей. BMW Z8, Aston Martin DB9 и Aston Martin V8 Vantage. Вроде как так называется. Плюс у него было ателье, в котором он переделывал внешний вид автомобиля. И вот таких автомобилей, как BMW 6 и Mercedes SL. И назвал он их Mercedes SL, это Fisker Tramonta, а BMW 6 это Fisker Latigo CS. В общем, гениальный чувак, просто датчанин. Ты красавчик, я знаю, ты посмотришь наш обзорщик на твою машину. Одну из немногих, которые, наверное, остались уже в живых. Хотя за границей, в Германии и в Нидерландах эти автомобили есть, особенно в Голландии. В принципе, все запчасти, которые вам нужны, вы можете купить практически исключительно в Голландии. То есть оттуда заказываешь. Даже там разборка есть этих автомобилей, я не знаю, откуда они ее взяли. Может быть, они со дна океана достали эти затонувшие машины или с тех горелых что-то подоставали. Ладно, это, конечно, шутка, но разборка там есть. Колеса 22-е, внешний вид. Скажу в сотый раз. Просто удивительный. Вот эти вот решетки радиаторов, это просто бутафория. Просто для красоты. Так называемые усы. Эти же усы он поставил и на BMW 6, и на тот Mercedes SL. В общем, ребят, на этом этот маленький рассказ об этом интересном, редком, прекрасном автомобиле мы заканчиваем. Все, надеюсь, вам понравилось. А так, усатый стоит. Что случилось-то, Серег? Радиатор кондиционера. Замена. Ребят, вот этот молодой человек, который вредничает немножко. С самого новья практически, Серег? 2,6. Обслуживаешь ее? Нет, она 12-го года, а обслуживать я ее начал в 15-м. Ну, трехлетнюю, значит, да? Трехлетнюю. И все время только ты ее обслуживаешь? Да. С 15-го года. Ну, еще бы ты красил здесь, ее вообще было бы замечательно. Ты скучал, скажу честно, по этому месту? По этому месту, вот да. По этому месту. Не по мне, ты так посмотрел, что скучал по кому, да? По тебе, скажи, ты меня вот так. Ты меня вот так. Они по кузовне ее переделывали после меня или нет? По лонжеронам нет. А, я нормально поставил ее. Мы с тобой нормально поставили ее. Я тебя понял. А что? А, здесь они просто герметиком вот так сделали, да? Ну, ты что тут варить, что ли? Понимаешь, это складочка, где была, да, которую да, ты подтянул. Делали герметиком, чтобы она понял. Просто не ржавела, так сказать. Парни, ну едет бомба просто. А ее даже не ведет никуда, Серега. А, они ланжик здесь. Руль стоит потряс. Чуть криво. Но... Да, это ерунда. Что ты говоришь, ланжик? Ланжик обработали. Тоже, да, обработали все. Да. Слушай, моторчик. Там нет смысла его шпаклевать, варить, там это все не нужно было. Понимаешь, как бы его вытянули. А он же целый был, по-моему, или нет? Нет, его немножко подогнуло нас там. А, ты подняла вверх, Серег. Я уже помнишь? Не помню. Я помню, что брызговика не было вот этого. Да. Не то там подсобрало, а лонжерон подзадрало кверху от удара. На 5 сантиметров. И мы с тобой забивали головку, помнишь, туда? Чтобы распрямить трубу. Все. Помнишь? Ёлки. 2 года прошло, да, елы-палы. Да. Потом она у тебя здесь стояла с угробом до зимы, до той зимы, до зимы 22-го. И все, и наконец-то вот пришла. Она не идеал, это не реставрация. Это всего лишь навсего просто привели в порядок. Я даже не знаю, зачем я это делал. Столько трудов, сил и денег. Но вот чтобы Саня прокатился и сказал, парни, это просто бомба. Не, ну что, она хорошая машина. Как минимум для этого. А синяя где? 34-ка? У меня. Спрятали. Спрятана стоит.
идет лучше времен. Серега, как дела? Да какие чё дела? Ну, чё ты, какие дела? Красим, видишь, это херня занимает. Как работа? Какие дела? Да какая работа? Нахрен... Заходи, Тёмыч, давай, включай нахрен... свет везде. Что нового здесь? Столько не было, я, ты чё? Ну ты чё, правда, мы же тебя любим. Здесь ничего не поменялось вообще. Ничего не сделал, всё, выходим. Вообще а, нет, повесил мониторы. Всё, слежка идет полным ходом. Ну, камеры не все. Ну, я вижу, что потихонечку подключаешь. Это вот от нее есть от Бьюика мотор, да? Наверху, да. А что случилось? Случилось? Страшно. Мозги отключились кое у кого. Там света нет еще. Вот здесь есть. Бочину на Куиксе начал делать. Это очень... он так долго стоит, что зеленый уже стал, да? Он стоял где-то в каком-то месте очень долго. Ну, мох порос уже. Да, да, он очень долго стоял. Слушай, по кузову очень тяжелый. Крепкий, в смысле? Пипец вообще, я тут на него вообще просто кашлял. Да? Вообще просто, все остальные машины, которые были до этого. Ты каждый раз что-нибудь делаешь и говоришь, какая крепкая была, да? Нет, QX... Представляешь, он делал, только не говорил. QX56 по металлу это просто трешак. Даже Тигуан, который был. Ерунда, да? Ерунда. И BMW тоже ерунда. Ну так что, он большой? В 56-м цепи летели. Я тут вечером его это... А Лада X-Ray, если сравнить, помнишь? Да это же разве машина, ну что ты, мы же про машины говорим, а ты про какой-то... Там что-то сделал наверху, Серег? Ничего не сделал, полы только постелил. Можно мы сходим посмотрим? Просто сходи посмотрим. Я просто думаю, где раньше, ну будет бильярд стоять у нас с Тёмычем. Пойдем, Тёмыч. Там только, ну не полы, там черновой пол сделан, а там ручку аккуратно, она выскакивает. Хорошо, Серег, главное, чтобы Тёмыч здесь аккуратно шел, вот я за это переживаю. Так, ребят, ну что он здесь, диванчик поставил? Это не про эту комнату сейчас говорит. А, все идут? Так, здесь этот большой босс будет сидеть и наблюдать за своим двором. Не буду ломать. Оно там плохо, Макс, оно бэушное, надо резинки мне еще. Красотища просто. Здесь маленький офис Сереги, а здесь маленький офис Сани, вот он здесь. Не, без окон не хочу. Тебе окон не нужно. Наш офис вон дальше, Тём. Аккуратно, не шагите вправо, аккуратно, пожалуйста. Телевизор, бильярд, чем мы там что-то говорили? Да, тут еще не скоро. Не скоро, но будет, ну что ты. Это нормальная комната. Посмотри, Тём. Ты не был, да, здесь? Я-то был. Ну я видел, но не заходил сюда вообще. Нет, когда уже постелили, все. Доски после того, как балки железные эти. Такие. Я один раз даже поучаствовал. Пришел, Серега, тут в одно лицо поднимает. Да, балку я кидал. Балки железные, в одно лицо. Слушай, ну батут у нас есть. Небольшая, да? Батут, ну попрыгай. Есть, есть, есть. Так это нормально. Ну, я-то надеялся, что балочки сделают вообще свое дело. Не, ну ты же не будешь тут дискотеки устраивать. Тихо, тихо, ты не боишься, чтобы не упало ничего, Сань. Туда. Да нет, там ничего не упадет, он на балках все. А что здесь будет, Серег? У меня просто сейчас, у меня сейчас, видишь, как эта картина получается. Сталь, балки стальные в горизонте, а деревянные были с провисом. Угу. Я каждую балку поддомкрачивал и простреливал полностью весь ряд. Поддомкрачивал и простреливал. То есть у меня сейчас... Металл в напряг вниз, а это, короче, такая херня происходит. Не знаю, правда. Перемудрил, да? Не, ну а по-другому никак мне было не стабилизировать его. Ты же помнишь, как тут балки были? Здесь прям как в деревне, знаешь? Да, слушай, я когда только кинул доски вот эти, запах стоял во всей ремзоне. Просто сухаревым таким. Закидывал сюда, раскрывал через дырку. Они просто так стоят, Сань. Не закрепленные. Вот которые чистые, ты серьезно? Это. Серьезно, чтобы как рухнул, да, здесь. Да, вот это чистые, которые, ну, они просто так стоят. Ты опасный, блин, Санек. Тебя куда ни возьми, что-то происходит. Ты еще утеплитель возьми, пожмака и лицом туда ткнись. Под этот, слышишь, под майку себе засунь лист. Слышь, лист. Не, кайф. Здесь вообще по кайфу. Окна Серега снова поменяет, поставит большие, то большое окно убирает, туда вешаем большой телек. Не будет окна того, да. Мы уже говорили. Здесь бильярд. И все, и понеслась. Серега, что будет серьезно здесь? Ну, короче, здесь у тебя будет комната, где жить, или нет? Че, ему жить негде, что ли? Зачем здесь жить? Там он дом. А зачем здесь жить? Здесь просто зона отдыха. Ну, кайф, конечно. Все, пойдем, на выход я закрою. Аккуратно. А это чья голова, Серег? А да это сегодня с Москвы привезли. Как донор. Просто выглядит потрясающе. Она в ремонт пойдет полностью. Просто его голова такая же, но ее даже не спасти. Так размололо? 4 литра масла долил, не хватало масла. А общий объем 4200. Он на 200 грамм приехал? Да. И то услышал, что у него что-то там начало происходить.
То ли омывайка не работала, вышел, услышал, что мотор как-то шумновато работает. А что, не масленка, ничего не загорелось? Это хочется сказать, у меня нет лампы там? Есть, не загорелось. Серег, знаешь что, поддымливает. Едешь, поддымливает. То черным подкидывает, то серым таким. Но правда, вот сколько она простояла, получается, на холостых заводили регулярно. Что думаешь? Покататься ничего, я думаю, дать нормально. Дать просраться, да? Ей бы масло махнуть, конечно. Еще лакера надо. А что у нее по ходовке? Нормально все у нее по ходовке? Едет, ничего не бренчит. Ну как, что по ходовке? Проверь, Серег. После, мы же меняли, помнишь, рычаги. А развал делали вы потом? Нет еще. А чего вы не делаете? Так, ну ты шутишь? Она от тебя уехала на эвакуаторе. И кроме этого, кроме как от тебя она уехала к Насте, и потом сейчас к тебе вернулась, она нигде не была. Гидрач только подтекает, надо смотреть. Это он был, этот, оборвало шланг. Помнишь, мы с тобой на улице, первый запуск, мы запускаем, и в темноте даже не видели, как он льет под давлением тоненькой струйкой. Не помню. Узнаем, насколько у нас герметично все. Жалко будет, если выльется. Будет первый запуск спустя долгое-долгое время. Так, это идет туда. С того года антифриза не было в машине, Тёмыч. Мы сейчас ее запустим. Он разгонит его. Мы же кино делаем. Не, не шевелится, ничего. Чуть-чуть. Надо запускать, она сейчас разгонит ее. Да. Веселые старты будут сейчас, да? Ну. Нет контакта, Сань, шевели. Не было сомнений, реально не было сомнений. Мы с тобой ее запускали разбитую, но правда это было давно уже. Ай. Тёма, ты послушай, как она шепчет. Это сердце никто не заводил месяцев 10, наверное, да? Ну, год, наверное, да. Год? Да. Никак руки не доходили. Ну, надо же, а. Ну, надо же, какая красота, а. Ты помнишь, когда мы завели... Что это такое? 39-ку, как... ой, 34-ку. Сань, что это такое трещит? Надо Серёгу спросить. Нигде не течет. Все в порядке. Антифриз вниз не уходит никуда. Все в порядке. Это радует. Слушай, показывает норму. Даем прогреться. Заливаем еще антифриз. По системе уходит. Да. Слышишь, подрыгивает? Слышишь, подрыгивает, Серег? Да все нормально. Да что, бур? Руль погиб, открутим. Так, командир пришел, все разбежались. Надо воздух, тут так не залить. Надо откручивать вот эти штуцера. И у тебя должен выйти воздух сюда. Угу. Вот сейчас... Сильно откручивать, я имею в виду, чтобы вообще не до конца не открутить. Чтобы не потерять ее, да. Вот, видишь, нету да. Ни здесь, ни вот здесь надо открутить и воздух вытравить, потом заводить. О, хорошо, литрушка ушла. Оп, все, да. Ну, лей. Нормально, подожди. Ты его спускаешь вниз, что ли, лей? Не надо здесь, не отпускай, давай ту. Ну, что я тебе скажу, почти вся канистра ушла. Ой, все, перелили. Заводи. Все отлично. Дай газану хоть чуть-чуть, а? Подожди, не бойся, ты чё? Не бойся, никто тебя не обидит. Как швейная машинка. Лопнула? Да, вот отсюда пофигачила. Вот, видишь? А он прям вот так вот туда. Серега, ну что, все сломалось? Что там херячит-то, ё-моё? Вот шланг.
Вот так это масляная обратка. Еще раз. Вот этот? Да. Дырк не пойди. Боку посмотри на него. Своего фокуса. Другого, слева. Да я сейчас увижу, давай. Не, в другую сторону ее. Кинь клемму плюсовую на аккумулятор. Под ногами. А в багажнике аккумулятор подсоединили? Давай. А, все, глуши. Ну это не родной, это левый шланг. Да, я говорю, там какая-то хрена. Левый стоит. Шланг. Вот стоит. Этот? Да нет, нижний, вот нижний, да, он левый нахрен. Тут должен быть на таком быстросъеме. Так что ты его поставил? Так он и стоял здесь. Серег, нахрена ты нам левый шланг поставил? Ты где его взял-то? Что, прикалываетесь, что ли? Ты что, прикалываешься? Мы это делали. И открыли подлили. И почему здесь открыто тогда? Потому что тут еще не льется почему-то. Так, Серега, покажи мне, какой шланг. Вот этот шланг. Да у Сереги есть на шланге там. У тебя есть? А вот эту пробку откручиваешь? Да. Блин, нахера затянули-то ее, парни? Откуда? Я никто не затягивал. Ну сейчас еле открутил. Покажи, пожалуйста, фонариком, откуда он идет от бачка? Он идет от рейки. От рейки к радиатору. Все, вот, потекло четко, без пузырей. И у нас еще маслаем дальше. Не текло у вас. Пришел командир, ты смотри. Что ты делаешь? Массируешь, что ли? Ну массируешь. Не, оно идет, Серега. Сдави. Сейчас, сдави. Зря учился, что ли? Сдави. Сдавил? Да. Отпускай. Опустил. У вас воздухом набивает все остальное. Все, да, пускай. Так что, шланг этот махнуть? Сейчас... Давай, конечно, давай загоним внутрь. А у тебя нет. Есть он? Нахрена у меня внутри, блядь. Шланг, сейчас посмотрю, если есть он. Блин, Серега, если нет шланга, сейчас стажок просто. Нет, Серег, да? Ну, они у меня такие шланги не используются практически. Второй. Ну вот, вот этот вот. Пятый, вот он и нужен. У них... Бачку должен идти? Да не к бачку, от рейки к радиатору. К радиатору. Пятый. Погоди. Тёма со своим фильмоскопом. Да, 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 погоди, какая сторона? Еще раз говорю. Спереди к машине подойди. Вот он. Спереди. Вот пятый вот шланг от рейки, который идет к бачку. Так масло-то ты проверял хоть? Да, конечно. Да? Я давай. Тут важную штуку ставлю. Это должны заценить. Саня купил новенькие. Тёма тут еще со своим прожектором. А ты, Тёма, садись на спину, Серёги, и просто за спину из-за плеча снимай. Да. Как рюкзак. Как помнишь, он сказал, говорит, давай я трактору на крышу залезу, бля. Если то, что, повесить, то, что мы уже завели мотор, уже просто отлично. Повесить номер и пару воткнуть, я, наверное, не доеду. Прикинь, у неё даже вибаса запустилась. Соляра там вибаса, наверное, вьётся. Соляра нет. С вибаса, наверное, вьётся. А, ну так и должно быть. Тогда ладно. Да, пена. Все, пока оно это самое осядет, все это дело. Надо поднимать на подъемнике, смотреть. Или свитбасты. Да, надо поднимать. Закатываем? Поднимать, смотри. Вообще ласточка, да? Телега. Пока что телега. Можно не пилить! Сань, Сань, не шуми, нет. Пожалуйста, мы же снимаем. Тут ты сразу о, все. О, блялась соляра, Серега. А не раскусывай. А прям. Что ты не поставил-то ничего? Робот-пылесос у меня есть. Робот-пылесос надо два. Одного мало. Оп. Скорее всего, я думаю, что трубка выгнила какая-то. Позакисло все. Нормальненько так. Дрожи, дрожи. Делай дело, Санек. Все нормально, получается у тебя? Нет. Когда этот фильтр откроешь, я тебе другой дам. Просто он, походу, оригинальный, а кто-то посмотри, как он выглядит. Это же отмолю, ты полез сейчас. А это удюхи. Нет, слушай, нормально. Хомут ты какие-то. Слушай, полностью. У меня вопрос, а как он ездил, блядь? Ездил, поливал солярой? Да нет, это, я думаю, сейчас уже случилось все. Ты думаешь? Конечно. Тёма? Метра на полтора. Сейчас брызнуть может, хорошо. Тут может так брызнуть, что ух. Что, станок запускаем? Так откуда да. Потекло-то, мне интересно. А, все, увидел я, Макс. Видишь? Тут, короче, этот. Где? ВАЗовский шланг. Стоит сейчас? Да, и он, короче, все, он развалился нахрен.
Очень аккуратно сейчас, если вы отскочите, Тёма, себе все лицо обольет. Ну да, вазовский шланг, он просто... Он ел его? Да, его разъело. Он нас... как губка. Да, да, он, смотри. Вот эти оригинальные, видишь? Угу. Они нормальные. Это насос топливный вибастый. Топливный насос. Красавчик. Прикинь, как красотища они тут. Какая, да? Подкачки, да, насос подкачки. Слушай, мне нравится уже. Я думаю, будет все хуже. Не-не, да? Прямо нравится. Это же BMW. А видишь BMW, Мак? Да нет, это нет. Ты ничего не понимаешь. Ты ездишь на каких-то непонятных машинах. Седло. Все, голову не разбей. Подъемник не погни мне. Все? Да куда ты хоть спиной поворачиваешься? Ну так а что ты тут не видел? Ну кишка дохлая, ё-моё. Где как было, Серёга? Все. Хомут оригинальный вибастовский. От кого? У меня там запчасти валяются от вибаста, от всякой фигни. Вот. Вот это единственное надо подрезать будет аккуратненько, чтобы было. Ну просто ты представляешь, куда бы у нее выхлоп был бы? Она... Куда? Просто туда. Сгорело бы днище. Тут просто пластик должен быть, Макс. Отсутствует. Кусочек? Ну остальные там подкрылки, все вот эти дела. Mm-hmm. И он должен быть, да, прикручиваться. Он его и держит, я понимаю. Да, он должен прикручиваться, поэтому я на стяжечку пока делаю. Потом уже подкрылок, когда поставим, он штатное место сюда и закроет. Наскосок уж отрезать? Да. Она, конечно, с нержавейки. Охренею ее резать. Саш, что ты? Прокопывай. Ну что, нормально? Супер. Лучше было. И я так думаю. Ну, опустим, ее надо вперед-назад катнуть. Слушай, а что здесь провода? Это вот про них ты говоришь, тоже торчат из вентилятора. А это вот от вентилятора. Их два торчат. Угу. На сегодня все, парни. Замерзли. Холода пришли. Дождались, в общем. Давай, давай. Тоже где-то есть? Она по ходовке вообще все. Вот это, по-моему, меняли. Да, да, да. С левой стороны все поменяли. Прямо на улице меняли. Диски здесь такие, конечно, печальные, но на ней надо просто покататься. Здесь колодок дофига. Не бьет, Серег. Ну, они, я имею в виду, что видно, что долго стояло. Так я сначала первый раз и тормозил, там, походу, по ржавчине оно так тормозило, да, весело. Да, 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 да. Здесь, кстати, в колесе ржавчина осыпалась. Я отстучал. Пыльник не касается, пыльник нормальный. Угу. Вот. О, сыпется, видишь? Угу, угу. Ну, там труха просто накипилась. Да, она вылетит поездит. Ну, как, я на кольцо и 200, да, как обычно. Ты что, прикалываешься, что ли? Три, лучше 300. Нет. Чего-то нет, конечно. Mm-hmm. На 46-й отпускал, а это что? На какой 46-й? На синий. 34-й. Да. Что я скажу, она достаточно живая снизу-то. Снизу она живая, она даже живее, чем сейчас. Местные машины, да, снизу? На улице он стоит, подними, вообще охренеешь. Он гольфа моего подними, вообще вздрогнешь. Там. Звонила? Скажи, его лучше вообще не поднимать. А мы... Она приезжала, она приезжала. Макс, здесь ручник отключен, но я так понимаю, он тут не нужен, да? Ну, наверное, нет, Серега. Да, зачем он тут нужен? Я вижу, он обрезанный трасса. Ты же даже не знаешь, что делаешь. Ты знаешь, что каждая дверь развальцовывалась. Зачем? Пескоструилась, там же коррозия была за герметиком. Я не помню же, что было. Не, ну ты не помнишь. Я тебе говорю, что было в малявке. Так, было-то давно. Интересный прикол. Кто-то менял трубки. Почему получился перехлёст? Перепутали контуры, да? Похоже на то, а потом и перевернули, да? Поняли, что какая-то борода, да, и перевернули. Или длинная, может, была? Нет, да, это перепутали контуры, скорее всего. Потому что, значит, там где-то есть тоже перехлёст. Это кто-то давно делал. А, они вот здесь, прямо отсюда начали. Нет, идут ровно. Да потому что длинная была. Идут ровно. Не, да не длинная, Макс. Это я тебе говорю, что перепутанные... Перепутанные трубки были, поэтому что-то происходило с тормозами, видно какая-то брата. Ты думаешь, идут ржавы? Вот это? Да. Да ему пофиг, что будет. Чугунина? Конечно, чугунный, что ему будет. Давай пескоструем покрасим.
Чем ты подписка строишь? Ну, у тебя уже есть подписка. Нет, отключено все. А что ты отключил? Ну, потому что там все закрыто уже, все, оборудование продано. Продал оборудование? Да, оборудование продано. Быстро? Сюжетание 2 месяца висело. В Узбекистан уехало. Ну, все вообще красиво сделал, Серег. Потому а свет-то что не проводишь до сих пор? Свет не провожу, надо сначала отшпаклевать потолок, покрасить, и потом делать свет, чтобы уже не снимать его. Потому что смысл его сейчас делать, мне он как бы... А что ты хочешь, именно шпаклевать и покрасить? Ты прям как в квартире делаешь? Нет, просто стыки пошпаклевать. Я понял. И покрасить это... какой-нибудь светло-серый цвет и на вот этом... Вот подход человека, да? Кто-то от шкафа панельными и дверьми заколотит старыми от бабушкиного. Не, ну а... ты геброком сделал и хочешь теперь замазать так еще стыки. Так а здесь по расходам шпакли на 1000 рублей. И я же не для денег, и краски время, на полтора косаря делов. Только время? Да я же говорю, круто. И все, Серега. И покрасить, все. Очень круто. Потом вентиляцию делать буду, но надо, чтобы уже было все готово. Потому что, сам знаешь, когда все коммуникации красят, шпаклевать, это, блин. Да. Вот такая, короче, канитель. Ну ты крутой парень. Короче, мы заехали к тебе, уже галочка есть, понимаешь? Они газку поддадут на бэхе, чуть-чуть. Я не могу за ними угнаться, блядь, реально. Тяга такая паровозная получается. Ушел. И я на камрюхе. А вообще, конечно, после BMW, после жены, поездил, пока они в отпуске были на ней 2 недели, в Камри сел, и я как будто бы на надувном матрасе еду. Это прикол. Вот так вот просто. И я на ней не ездил, считай, с мая месяца, даже, может, с апреля. Она, видишь, на липучке новой. Я даже не трогаю, до зимы будет стоять. Ну правильно, а зачем переодевать? Зима скоро, тут осталось. У нас лето. Тут херня осталась, все. До зимы-то? Да. Ну как раз достоит. Надо колесо с ней покрасить. Диск. Что-то труд задней колодки. Это ерунда. Да не, все упруго, все хорошо. На вывороте только скрипит. Вот налево выворачиваешь. М-м. Сейчас привода посмотрим. Ну, я думаю, мы тут ничего не увидим. И знаешь что, блин, брембовские диски эти визжат, конечно, же, да бесит. Это же не брембо. Ну, это брембо для бедных. Да. Саня дал поездить, пока меня не было. Неделю поездил. Он оторвал снизу защиту. И колодки или что там заскрипело, затрещало. Я говорю, нельзя никому свою машину давать. Да там давать. Просто рядом ехал парнишка. Он говорит, у тебя брембо? Я говорю, да. Он говорит, давай махнем. И мы быстро махнули. Поверил? Хомуток какой-то здесь. Что это делаешь? Я быстро. Ну, на вскоряк, чтобы ты не увидел бы, им просверлил этим и с хомутами стягивает. Что, Саня? Да, конечно, он что увидит, то и ломает, блин. Охуеть. Ты знаешь, как он ездит? Ему вообще за руль нельзя давать садиться. Тут дерет диск. Так, почему? И колодок немножко осталось. Да это колодки передние. Нет. Почему на вывороте, Серега? На вывороте? На вывороте, потому что. Так, ладно, Серго. Серег. Да завтра лучше пусть будет. Да а ничего страшного, твои грязные руки. А ты где-то давай, рад тебя видеть. Все, пока-пока. Давай, лети. Сейчас, я думаю, он снимет. Он же поднял, да? Так, 20. О, по видеосвязи даже. Барабзес, барабзес. Привет, привет. Марат, брат, смотри, какая машинка, а. И ждет она тебя. Возьмешься ты за эту красоту? Это Бэха Пятера. Это твоя? Да, 39-ка. Ну, в чем вопрос? Конечно, возьму, пригоняй. Тут, походу, придется тебе поработать, дружище, хорошенечко. Да, вижу. Видишь, да? Может, для начала тебе фотографии прислать и скажешь, в чем вопрос? Не надо, не пригоняй. Ну, слушай, тут такая уже престарелая кожа, вижу. Ой, не надо, ладно, да? Ей всего 21 годик. Престарелая кожа. Понимаешь, как это выглядит? Смотри, когда-то красили, похоже, передние сиденья умельцы. И немножко поднакосячено. Марат, работа предстоит большая. Есть провалы на сиденьях, промятости вот такие от того, что запчасти какие-то лежали долго. Понимаешь?
Это такой прямо проект по восстановлению. Так что тебе надо дважды подумать. Смотри, вот она шелуха, видишь вот это, предыдущая? Да. А, кстати, я ее счищаю, и там нормально все. Решайся. Да, я тебя посмотрю. Посмотри на меня. Посмотри на Тему. Посмотри, что здесь стоит. Тёмыч себе взял. Это Фискер. Ну? Фискер, карма, да? Так Серега его обслуживает уже 8 лет. Я эту машину наблюдаю уже лет 5. Да, поставили сюда 2 GZ, как бы ездит нормально, на механике. Да я шучу. Нет-нет, все штатное, все ездит как надо. Когда к тебе можно привозить, если что? Тут есть еще кое-что поделать? Но вообще как бы... Привези, оставь там, посмотрим. Завтра сразу решим, что делать. Нет, если я привезу, она останется там у тебя надолго стоять. А не будет мешать во дворе там у вас она? Не, мы не во дворе, мы же в работу ее сразу возьмем. Зачем во дворе ее? Блин, в работу сразу, смотри, как мы уедем в Москву, а мне хотелось бы посмотреть, как вы будете это делать. А мы в Москву уедем, скажем так, на какое-то время. А потом мы в Екатеринбург, скорее всего. Ну, а когда ты хочешь, чтобы мы взяли ее в работу? Когда нам лучше, Тем? Хотя бы после Москвы. Нет, дня на... 20. Не на 2, 3-4 дня. Ну, давай, отлично. Это самое то. Все, давай, как вернемся, тогда набираю тебя и привожу. Да? Давай. Все, давай, пока-пока. Рад хоть так увидеть, давай, пока. Рад хоть так увидеть. Все, пока-пока. Давай, пока. Мы у Мурата-то не были тоже 3 или 4 месяца, а может и больше. Ну, салон, конечно, здесь придется поплясать, не меньше, чем с кузовом. Друзья, ну что, это был многими долгожданный влог. И Серега с Настей, и отдельно Серега. Вы увидели опять всех. Долго мы к ним заезжали, но по возможности будем заезжать. Пишите свои комментарии. Пишите, хотите ли вы увидеть продолжение с 39-кой, как она поедет к Марату и что будет происходить с автомобилем внутри. В общем, с вас комментарии, лайки. Всем вам удачи и всем пока.